30 марта президент Российской Федерации подписал указ о начале весеннего призыва. Весенняя призывная кампания стартовала в этом году на фоне пандемии коронавируса. И чтобы избежать распространения заболевания, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности. С целью проверки готовности комиссии, а также призывных пунктов, с рабочим визитом в Кашхабский район приехал военный комиссар Республики Адыгея Александр Аверин. Военкома встретил первый заместитель главы района Руслан Немыков. Согласно указу президента Российской Федерации, 1 апреля начался весенний призыв вооруженных сил. Вот. На сегодняшний день, в связи с тем, что проводятся большие мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции, было принято решение начальника генерального штаба, командующего войсками Южного военного округа, непосредственно практические мероприятия призыва начать в мае. А за этот период стоит задача разобраться и подготовить места для проведения всех призывных комиссий, нахождения призывных комиссий. Моя задача на сегодняшний день – объехать все призывные комиссии, у нас их 9 комиссий муниципальных образований, для того, чтобы пообщаться с врачами-специалистами, посмотреть, в каком составе эти комиссии сформированы, какие врачи-специалисты будут прибывать, выполнять свои задачи, готовность этих пунктов для проведения призывных комиссий именно в учетах, находящейся пандемии COVID-19. На сегодняшний день я заканчиваю свою поездку, у меня остался только Майкопский район, остальные все районы объехал. Отработали в Киагинском районе, отработали сейчас у вас здесь, в Кашхабском районе. На сегодняшний день могу отметить, что состояние удовлетворительное и вполне позволяет выполнить все мероприятия для того, чтобы защитить как призывников, так и врачей-специалистов от распространения коронавирусной инфекции и в этих условиях провести мероприятия, связанные с призывом. Чтобы обезопасить новобранцев, призывной пункт Кашхабского района обеспечен бесконтактными термометрами, медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Призывная комиссия начнет свою работу с 12 мая. Всего по Кашхабскому району подлежит оповещению более 250 граждан. На военную службу будет призвано 37 человек.